Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем несколько интересных фактов о палочниках. Некоторые считают, что насекомые палочники ядовитые, и от одного прикосновения можно умереть. Но это неправда. Палочники могут стать вашими домашними питомцами, содержат их чаще всего в небольших террариумах. Палочники благодаря своим цепким конечностям могут забираться на любые поверхности и даже на стекло. Это насекомое выделяет особое клейкое вещество, и с его помощью палочник может висеть на потолке. Если насекомое зацепилось, его будет очень трудно снять. В случае опасности палочник может отломить свою ногу и оставить ее хищнику. Если палочник теряет конечность, то на ее месте вырастает новая, но с возрастом насекомое теряет способность к регенерации. Также некоторые виды палочников выбрасывают на врагов содержимое своего желудка. Некоторые палочники способны менять цвет, как хамелеоны, в зависимости от времени года. Палочник меняет цвет также в зависимости от температуры. При температуре воздуха около 15 градусов он темного цвета, а при 25 становится зеленым. Среди палочников есть самки. Они могут размножаться без участия самцов. В таком случае вылупляются только самки. За свою жизнь самка откладывает до 1000 яиц. Но выживаемость яиц и личинок хуже, чем в размножении с участием самца. Существуют виды палочников, среди которых ученые не встречали самцов вообще. Палочники могут притвориться мертвыми, когда все остальные попытки защититься от угрозы не действуют. Чувствуя угрозу, палочник падает на землю и становится совершенно неподвижен. Такое поведение называется танатоз и способно защитить от птиц и летучих мышей, которые не найдут неподвижное насекомое на земле. Палочники уже давно завоевали симпатию у любителей экзотических животных. Они почти не требуют ухода, но, к сожалению, срок жизни у них невелик. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в других соцсетях.